И снова здравствуйте! Всем привет, добрый вечер, good evening, good well, и восславьте Красную Армию во имя Ашина Хуяшина! Да, мы продолжаем играть за нашего Владлена Брежнева, нашего красноармейца, рабочего и колхозника в одном флаконе. Так, на чем мы остановились-то? Что Bloodborne играл? Сейчас Dark Souls. Dark Souls. И я не помню, как в это играть. Так, дорогая моя, здравствуй. Welcome home, speak then. А есть что повысить well. Уровень? Then talk, take note. Я прям с прошлого эфира так и не играл ведь. А, да, разочек можно. Давай. Давай вот так. Farewell, Ash, and may the flame. Так, мы играем за настоящего советского рабочего с молотом и серпом, но пока что мы ни того, ни другого не нашли, и у нас это дело все заменяет дубинка и обломный меч. Вот. Так вот. Так что следующая цель у нас в деревне дураков имени, не знаю, молодого Ленина, кудрявого Ленина. Найти хотя бы молоток. Так, чего еще здесь можно сделать? Есть с кем поболтать, с кем я не говорил еще? А, вот этот дружок стоит. Мистер Bloodborne. Интересно, что убить бы тебя, а? Но я все равно ведь не буду надевать твою эту треуголку. Это все от буржуев. Якубович похудел. О, запрос на добавление в друзья. Момент. Сейчас добавлю. Ну, да, есть немножко. Он похудел и вон усы и волосы красит. Так, 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 так. Как в этой играть? Что надо делать? Вроде ничего, надо, наверное, прям туда телепортаться. Типичные, наверное, последствия продразвёрстки. Ну да, раскулачили бедолагов. Бить дубиной и вращать барабан. Это не Якубович, это Владлен Брежнев, красноармеец. О, я в первый раз вижу, как на там вот видите на заднем фоне башня и там вот гигант же сидит. Я наконец-то вижу, что он реально стреляет. Когда я первый раз игру проходил, не замечал. Якубович бить. Якубович дубина. Сектор приз на дубине. Но это из другой оперы. У нас здесь СССР. Настоящая прям иллюстрация к борьбе с тунеядством. Ходили пацаны, ничего не делали. Маялись фигней. Ай! Собака! Откуда вы, ё-моё? Главное, смотрите, у всех прям вот по капельке ХП.
Господи. Шапка сумасшедшая. Блин, тут. Ай, только в третьем Dark Souls, по-моему, такая фигня всегда. Когда у моба прям капелюшечка остается. Ай. Красивый череп. Так, сейчас мы... нашего бедного, не знаю, колхозника, что ли, отыщем. Спасем его. Точно, это все крестьяне, которых изгнали из деревни. Это все капитализм. Понабрали кредитов, а теперь бродят на прохожих, бросаются. Но Владлен Брежнев, так где? Но Владлен Брежнев здесь, чтобы вершить коммунистическое правосудие. Господи, ты встал? Ты вроде раньше не вставал, мужик. Я не помню. Правильно. Каждому по способностям, или как там, с каждого по способностям, каждому по... не знаю, по серпу в руки, и пусть они пашут. Или что с серпами-то делают. Мне, кстати, одна банка осталась. Ну ладно, ерунда. Скоро там совсем вот за воротами будет еще один факел. Люди, которые не дали подарки. Люди, которые не привезли с собой огурцы соленые. Вот, от каждого по способностям, от каждого по потребностям. Точно. Точно, точно. Все правильно говоришь. Так. Let's go. Дальше-то. Я, кстати, не забыл там сзади никого. Может, я зря так далеко бежал. Блин, совсем другая динамика. И управление, кстати, другое тоже, да. Малый кожаный щит. Но мы им пользоваться не будем. Настоящие коммунисты, как вы уже знаете, наверное, не скрываются, а идут смело на врага с голой грудью. Вот до чего капитализм доводит. Это все происки буржуазного строя. Смотрите, вот сидел. Как? Сидел на горбу у простых крестьян. Это был, наверное, помещик местный. И вот во что он превратился. Только труд способен облагородить человека. Так, иди сюда. А это я даже не знаю кто. Это, наверное, полицаи местные. Оп-оп-оп-оп-оп, я забыл тут, что засада. Это евреи.
Каждому по труду. Вот. Еще вернее. Это у нас Демьян, специалист по СССР, судя по всему. Так, а что тут у нас? А у нас здесь культ. Ложный культ. Негоже настоящим советским людям поклоняться ложным богам. Так. Сейчас мы это все взорвем. Оп. А, обожаю, как это происходит. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, мадам. Господи, боже мой. А, отожралась, да? Дочка помещика, я не знаю. Ну, умирай. Отлично. Жрела на крови пролетариатов. А вы, как вы могли предать партию ради ложных идолов? Нет вам прощения. Идолопоклонничество разлагает душу и тело, и жирная служительница культа — это тому живой пример. Ну да, ой-ой-ой, что-то я не заметил тебя, парень. А я сейчас, кстати, похилиться пытался. По примеру Bloodborne на квадрат сжал. Ай, господи. А, я правильно жал, кстати. В Bloodborne-то наоборот. На треугольник. Тогда все ок. У меня прям рефлексы работают независимо от сознания. Зря стараешься. Антисоветский элемент не соблазнится пролетарскими... пролетарий твоими мясистыми телесами. Так. Так, осколок Эстуса. А вот этим пролетарий соблазнится. Виллы, кстати, тоже вполне подходят, по-моему, для оружия настоящего пролетария. Тут, кстати, ведь дедушка сидит какой-то, я помню. Его надо спасти. Лучше бы применяли виллы по назначению, может, остались бы в живых. Точно. Надо было целину идти возделывать. План выполнять, а они... О, парень, ты ко мне, что ли, идешь?
Берегитесь, кулаки. По деревне идет продразверстка. Ну чего ты бесишься? Ну чего ты бесишься? Боже мой. Вот до чего довели. Уже потеряли человеческое лицо, кстати. Это я не знаю. Что это может быть? Аналог вытрезвителя? Обезьянника? С этой стороны не открыть. Надо падать там, да? Там дырка ведь была. Суп из Эстуса и Воины Солнца. Ну, ладно, если я захочу кому-то призваться. Ух ты, твою мать! Ты откуда? Фу! Не убежал. Ты ж там должна была сидеть ждать меня, тварь. Ладно. Ай. Наркоманы. А у меня ХП, кстати, интересно, сколько? Тут ничего. Давайте-ка слетаем квасу деревенского. На одну баночку побольше возьмем. Пьяница с красными глазами. Мне кажется, наркоман. Обколол с чем-то. Обнюхался, и глаза покраснели. Коммунист не умирает. Коммунист всегда встает и идет вперед. Так, дядя Андрей, сделай мне еще одну флягу. Да, кстати, хорошая идея. Надо поднарезать это все и залить куда-нибудь. Так, храм. Вселение жди. Да и по Бладборну можно. Там есть очень классные моменты. Где бы здесь мне молоток-то найти настоящий? Подходящий для настоящего пролетариата. Истинного. Иди сюда. Куда? Куда ты? Вернись, я все прощу. Я каждый раз после убийства противника нажимаю на кнопочку «Поднять предметы» на X. А это... Сидеть, твою! А это только в Бладборне постоянно что-то падает. Всякие банки, всякие пули. Х-
проходит по деревне недалеко от второго костра силач Кулацкий с большим молотом деревянным. Как раз под стать Владлену. Недалеко от второго костра. Это с молотком, а где? Не помню. Ладно. Как встречу? Обязательно попрошу у него по-хорошему молоток. Вы сейчас только... Вот даже себе не представляете, как близко я был к смерти. Туда идут вообще? По-моему, нет. Угу. Ну где здесь наркоманы эти? А, вон, идет. Твою мать. Ай, блин, совсем не помню. Ведь совсем не помню всех этих засад. Силач Кулацкий с молотом деревянным. Где ж такой-то был, да? Съесть, не съесть? Ну, давайте, ладно. Чуть больше КП. А может еще и кто вторгнется? Фу! Бладборн меня погубит. Ну, правда. Я... Вот пока играл, сколько я наиграл в Bloodborne? Ну не знаю, ну часов 60. Может чуть больше, может чуть меньше, фиг его знает. Но пока играл, у меня уже выработался четкий рефлекс. Если тебя бьют и не насмерть, то лучше бы, наверное, сразу в ответочку. Да куда ж ты, господи? Ты вор в законе какой-то прям. Точно. Криминальный элемент. Эта деревня погрязла в... Не знаю. В криминале. В... Вон, религии. Ну и до кучи кулаков здесь. Дофига. Господи боже. Так, меня увидели. Прям вся деревня на меня ополчилась. Эй! Стоять! Oh!
ну и рабочего. Да блин, ну мне тут... Мне, ну никуда не деться. Только, ну... Ну так себе, это не знаю, это юбка рабочего. Это юбка кулацких каких-то, я не знаю, капиталистических, империалистических прихвостней. Настоящие парни советские носят только галифе. Где вы там? А, ладно, пусть наркоман идет. Иди сюда. Обожаю встанить вот этих упырей кувырком прямо на них. Классно работает. Так, там какая-то засада. Геймплей на кончиках дубины. Кстати, да, если бы можно было здесь ролеплеить Якубовича, ну, в смысле, если бы мы решили ролеплеить Якубовича и Поле чудес, то можно было бы здесь тогда сделать... А, вот он, кстати. Можно было бы сделать Поле чудес прям настоящее. С колесом, с барабаном. Ну и, не знаю, и банка огурцов. Так, парень, мне нужен твой молот. Не дал. Не дал кулак молот. Но в этом вся суть кулаков. Что? Шальная императрица. Я, блин, ты настолько жирная, что я прям не могу понять, где у тебя перед, где зад. Ой!
Спокойно. Давай выйдем сюда вот. Здесь вроде места побольше. Да, блин. Ух. Ай, да что ты будешь делать? Напоминает мою воспитательницу из детсада. Тебя, Ликьюз, в детсаде, что ли, кашу дубинкой с шипами пытались заставить есть? Или чего? Прохождение ведущими с российских телеканалов Якубович с костяным колесом, Рахат Лукумыч с магией и Павел Глобус с чудесами. Да, был бы здесь алхимик, можно было бы сделать еще и этого, из смака. Макаревич, о. Да елки-палки. Че вы, ребята, в первый раз и так хорошо мимо вас пробежал? Шляпа рабочего. Но это тоже не советская. Не советский покрой. Это все, не знаю, привезено откуда-то. Американские шмотки модные. Недостойные настоящего советского человека. Будем искать что-то действительно настоящее прям. Прям, не знаю, из Тулы или из Воронежской фабрики, не знаю, какого-нибудь Красного Знамени. Охренел, что ли? Ворюга. Так. Огромная баба в униформе. И с половником. А-а-а. Ну да, похоже. Если ты кашу есть не будешь, я тебе половником. Эх. Я так понимаю, вот так и происходили вообще завтраки в детском саду, да? Либо ты ешь кашу, либо у тебя звон в ушах. Так. И книги за сказками. Книгой со сказками без картинок. Вот это да, это в духе как раз Dark Souls. Этих воришек. А, не, не к черту. Опа! Ай! Это Dark Souls, детка. Это не какой-то там Bloodborne.
Humble Life. Сказки без картинок, манка с комками. Настоящих советских детей невзгоды и проблемы только закаляют. И именно на это настроена вся система образования. Только выправка жестче. Капюшон раба. На самом деле это капюшон вора. Но он раб. Так, пацаны, а вы здесь что делаете? Нормально. Найти бы простую белую рубаху. Желательно с красным галстуком. А знаете, я же, наверное, могу по-нормальному сделать. Вот эти именно пацаны-то падают на меня. Да ты охерел, что ли? Силы клеймором махать? Вряд ли. Мне, по-моему, всего 15 силы. Да, стан кувырком. Мне это нравится. Это вообще законно? Большое, как немного выбиваю из равновесия просто. А здесь у нас чего? А здесь у нас ничего. Уй, твою мать. Одеться в тяжелую броню и давить их задницей. Я бы поиграл. Так.
не работает, ладно. Ух ты, твою мать! Прибежал. Дружище, я забыл о тебе. Опять молоток не дал. Печально. Ушла. Лук это не по-советски. Только хардкор, только молот и серп. Ой, ты! Дубину, дубину, дубину. Блин, рано точить. Надо бы вначале молоток выбить. И его бы заточить. Ты, последний уголь. Нет. Ну-ка, а прокачаться можно? Чуть-чуть, немножечко. Да, и серп надо раздобыть. Не знаю где. Но до него еще далеко. Если он в этих в картусе, то мне еще пилить и пилить. Так, нужно душ. Надо кого-то убить и сходить тяпнуться. Эй! Эй, дорогая! Сладкая парочка. Да ну ладно. Входа к древу повыбивать молот. Может быть. Надо посмотреть будет. Предлагаю забить британского шпиона Леонардо во дворце труда. Так. Британский шпион Леонардо? Это который? Я не помню, как его зовут. Я сейчас как раз туда слетаю, чтобы уровень поднять. У нас там есть курлянский князь. Надеюсь, бывший. Ведь он в храме, в этом, не в храме, а во дворце труда. Я думаю, он решил тоже вступить в союз республик свободных. Так, а кто у нас еще есть? Леонардо-то вот тот, что ли, в треуголочке? Well. Then touch, take no. Давай хп немножко. Farewell, Ashen. В этого клеймора. О, этот свалил уже. Погоди-ка, чувак, а чё ты свалил? Я же еще око не раздобыл. Ну, может, еще вернется, конечно.
Телогрейку надо. Телогрейки, телогрейку, кирзовые сапоги, ватные штаны. Где вот это все мне достать? Тут вся деревня разграблена. Все разрушено. Криминальный элемент, кулаки, какие-то ложные пастыри. Вот все, что осталось в деревне. А я не могу еще пока молот сделать из душеворта. У меня еще нету этой штуковины из дерева. Мне до дерева еще дойти надо. Ну ладно, я хоть осколки титанита пока повыбиваю. Тоже ничего. Так, а откуда... Почему у вас тут так много, эй, пацаны? Да, и палец Ворта, которая молот, действительно не по-советски выглядит. И вообще она импортная. Нельзя ей пользоваться. Так, а здесь раньше кто-то был. Стояли пацаны-то. Ух ты! Парни, 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 вы... Блин. Не все сразу только, а? Ворд Финн. Грустный Финн. Ну, правда. Ага, те пацаны у нас застряли. Охренел совсем. Ушла. Ересь наркоманская, красноглазая. У меня последняя банка кваса. Вот сейчас прям хорошо получилось. Сейчас хорошо получилось. А сейчас не очень. Было, я, конечно, ушел. Меня пока не убили, но, блин, убегать надо.
перчатки рабочего. Вот это еще можно надеть. Дай молоток. Не нужен он тебе. Блин. Ну, теперь мозолистые руки Владлена защищены. Не рукавички, конечно. Так, мадам. Не, не пойду я к вам, мадам. Я не помню где, но где-то здесь. А, вот костер. Все. Да стой ты! Отлично. И вот костер. Хорошо. Наконец-то я добрался. Можно слетать и еще немножко повысить уровень. Вроде бы даже на 2 уровня хватит. Рабочий один очень себя одиноко чувствует. Не хватает крестьянки, не хватает красноармейца, не знаю, пионера. Использовать угол из уголь и сразиться с фантомом. О, господи. Вы реально хотите моей смерти? Мучительной. Welcome home, speak. Very well. Then talk Hignar. Причем неоднократно я этого чертового храмовника сумасшедшего, или там не храмовник, я не помню кто, но кто-то фиолетовый призывается. Я же его, наверное, только с 10-го раза убил. Без гира. Не то чтобы советские рабочие боялись трудностей, но все равно. А, нет, только на один уровень хватит. 1800 надо, да? Farewell, I made a fl- Не знаю, у меня бомба, конечно, есть. Бумага. Ножики. Можно попробовать. В принципе, так. Не убью, так закидаю. Ну, где этот шпион? Безумный рыцарь Годрик. Fight Club, дубина и усы. Паразит. Ты ё-моё. Вот, нет. Нет. Нет.
Ёлки-палки, с этой стороны ты еще и не открыть, оказывается. Хил поставил. О! Элкил БК, привет-привет. Что делать-то? Вы как-нибудь друг на друга не заагритесь, не? О, парень отстал. Или не отстал. Не, Годрик не отравился. Нечем мне его отравлять. А вот то, что он подхиливается постоянно, это да. Окей. Так, какое условие? Отыгрываем советского рабочего Владлена Брежнева. Чего помахать-то как-нибудь, не знаю. Так что будем бить только молотом и серпом. И одеваться исключительно как советский простой работяга. Да, ножи, конечно, говно. Да я ими даже вообще попасть не могу. Так. Понятно. Ладно. Он даже парировать пытается. Охренеть. Атаки-то не останавливаются. Не, я его, конечно, так... Хилом-то еще не пробью. Иди сюда. Ай.
Ну-ка, дружище. Камцумир. Ай! Когда у меня кончилась тут стамина-то вся? Почему она не останавливается? Пам-пам-пам-пам. Иди сюда. Я не знаю. Ты опять хилишься. Он задолбал. Как бы тебя, блин, скинуть-то, а? Ты сюда идешь? Иди сюда. Не идет. ХП нифига нет. Банки кончились. А он, знай себе, хилки ставит. Можно, конечно, его под обстрел туда запихать. Но у меня ветки нету. Ну иди, иди сюда, иди уже, господи. Давай, давай, давай. Мы тебя как-нибудь здесь скинем. Я надеюсь. Ну иди уже. Не бойся. Или ты сюда не подходишь? Ладно. Раз можно отдохнуть, еще раз. Только того парня не агрить. Ну же, дурак фиолетовый, иди сюда. Я тебя куда-нибудь, не знаю, сюда бы скинуть, конечно. Какой превосходный станлок. Опять тот упырь на меня сагрился. Да вы издеваетесь, что ли? Ближе подойди. До свидания! У-ху-ху. Я его все-таки скинул. Фух. Так. Здесь заперто. Да. А там мужик ходит. А у меня 5000. Мне бы надо, наверное, возвращаться и идти другой дорогой. Я до последнего вообще не ожидал, что я так могу. Ну, не запарировал на меня нифига. Он так старался, но что-то не получалось. Welcome home, Speed. Very well. Then talk take now. Так.
больше силы и хп. Все, что надо советскому человеку, это здоровье. Все остальное у него будет. Так, сюда. Ну что у нас там? 21.38, остались немножко времени. Ух ты! Казухира, ты быстро так, прям с первого раза. Бедняга. Для буржуев. А мы не кувыркаемся. Так. Найс. Кстати, вот у этих парней есть какой-то то ли клевец, то ли кирка. В принципе, сойдет за серп. Но всяко лучше, чем обломанный меч. О, 80% все еще каз и паз. Просто парочка. Созданы друг для друга. Ты ни хрена себе. Нормально. Так, а здесь? Здесь опасно. Блин. Ладно, потом туда пойду. Наплевать. Нет бы работать, а? Вот тут тунеядцы. Ё-моё. Храброе сердце. Щит. Все ерунда. Все не то. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А бомбы-то у меня кончились. Ну уже. Попали. Наконец-то. Я уже не надеялся. Ух ты! Ты жить, твою мать. Не повезло. Ладно. Это Dark Souls, детка. Three!
Я уверен, все крестьяне и рабочие, весь советский народ будет помнить мои страдания и жертвы ради социализма. Вилы? Вилы вроде выбивал. Но виллы это для крестьян. Все-таки. Мне нужен молот. Но молот я не знаю где. Где еще выбить? Только если фармить специально бегать. Сработало. Так. Погоди, один все еще сидит? В него не попало ни бомбы, ни бочки. Да твою ж мать-то, а! Молот смока для курильщиков. А сам молот смога, та булава, была больше похожа на этот, на большую турку для кофе, только немножко переделанную. Спорим, Смоук любил в своей жизни две вещи. Есть людей и начинать день с кофе. С огроменной чашки кофе, судя по его турке. Даже защититься-то нечем. Нет, ни щита, ничего нету. Ничего не могу. Станлоки особенно. Никакого золота, никаких буржуйских финтифлюшек, никаких луков, арбалетов или еще чего-то такого. Только партийная... Правильное оружие. Как же здесь было легче, когда я бегал со щитом. И в каких-то доспехах хотя бы. Блин. Вот. Так, еще раз. Третий, наверное.
Теперь все аккуратнее. Нормуль, добрались до костра, и я думаю, как раз можно сейчас закончить. Сделать перерывчик на 10 минут и вернуться с Darkest Dungeon. Послушать музычку, половить трипак, сифак, я не знаю, чего там. Полечить нервы. Ой, Буги Банана, привет-привет. Как раз к Darkest Dungeon. Так, здесь не пришел. Сейчас я левел подниму себе. Схожу, налью чайку, и мы начнем уже. Darkest. Круто. Банана, расскажи, как твои дела? Как твой этот Депония, как твоя? Нравится, не нравится? Я в первую играл, она была веселая. Так. Левел. Дорогая моя, дай мне еще один уровень. Сила. Ну да, для молотка у рыбы. Надо больше силы. Скорее всего, молоток я, наверное, даже с 20 силами не подниму. Ну ладно, посмотрим. Мне его надо будет еще в одну руку взять. Где? Так, не вижу. Ладно. Ладно, Банана, расскажешь про Депонию, когда Darkest Dungeon начнем. А так, всем спасибо, что смотрели, там, ну, комментарии, лайки, подписывайтесь, если что, все как обычно, буду рад вашему фидбэку. Вот, всем спасибо, что в чате были, со мной болтали, и увидимся через 10 минут. Всем пока, всего хорошего.